нашей кулинарной рубрики. Сегодня у нас такой легкий томатный флер. Яна, представляй. Да, доброе утро, дорогие телезрители. Сегодня вместе с нами приготовит вкусное блюдо Татьяна Кольман. Бизнес-леди, назовем так, потому что Татьяна, она и владельца бренда. Также у нее есть прекрасный балет, который недавно к нам приходил. Это Дольче, радовала нас своим выступлением. Доброе утро, Татьяна. Доброе утро. Мы сегодня будем готовить какое-то нереальное испано... Итальяну Веру. Из Италии, правильно? Да, да, да. Я недавно вернулась из Италии. Вообще у меня с Италией связано много что в моей жизни. Сегодня мы будем готовить очень простое блюдо, но всеми любимое и очень полезное. Это спагетти аль помидоро. Спагетти с помидорами. Господь, у меня прям вырвалось. Наконец-то спагетти. Я люблю спагетти. Макароны, да? Давайте я буду опускать их в этот кипящий котел, а вы рассказываете мне, как там ночи в Италии, погоды, вот эти вот тренды, не носят ли там сумки на головах. Мы тут просто недавно посмотрели, да, что сумки на головах стали носить. Нет, сумки в высокой моде на головах и на ногах, и носят и вторую обувь, и сумки на голове. Это почему нет? Это высокая мода. Там можно позволить себе все. Поэтому, конечно, носят все. А все, что касается уличной моды, там, конечно, вот, допустим, в Милане можно встретить разных туристов, людей, которые одеваются, и просто, которые одеваются очень интересно. Ну, в любом случае, посещать другие страны, это всегда очень полезно, интересно и увлекательно. Помимо спагетти, которые я могу есть просто с маслом и в воде, что нам еще понадобится для пасты? Это помидоры? Для пасты нам понадобятся помидоры. Нам понадобится... вообще желательно можно использовать томаты консервированные. Ну, так как у нас их не купить, поэтому я буду использовать... Это такая томатная паста, которая вот уже как бы со специями, такая вот уже готовая. Ее можно приобрести в магазине. То есть буду совмещать натуральные помидоры с помидорной, получается, пастой. Чесночок я тут начну уже. Я предлагаю сейчас макароны закинуть туда. Там уже все как раз. Да? Да. Ну хорошо. Закидываем спагетти. Спагетти. Мы выбрали спагетти, потому что... А это какой-то сыр, да? Это сыр пармиджану-реджану. Боже мой. Который приехал из Италии. Это какой-то особый сорт, который выращивают. Это сыр пармезан. А, просто... Сыр, который специально выращивают, да, его поливают год, в землю закапывают, потом получается он. Сколько чеснока надо? Что так, нам понадобится? Чеснока мы сделаем три головочки. Такие пойдут? Сковородку. Да, отлично. Сковородку можно нам уже разогревать. Ой, как так. Здорово, ребята, с вами готовить, вы знаете? Да? Рабы, вообще, да, так раз быстренько все уже, чеснок чистится, я не успела оглянуться. Нет, ну, конечно, все-таки в прямом эфире я готовлю не каждый день, поэтому волнительно. Аня, а с чего начинаете утро в завтрак? Что входит? Что-то итальянское? Завтрак у меня такой достаточно... У меня так получается, завтрак либо достаточно плотный, либо завтрак у меня совсем легкий. То есть без завтрака. Вот. Вообще на завтрак я люблю яичницу, люблю какой-то бутерброд. Что-нибудь такое быстренько. Или бриош, господи, бриош, круассан, ну вот такие вот всякие разные штуки. А в Италии чем баловались? Пастой? Или... На обед. Да. Вообще пасту, чтобы она не была вредна для вас, для вашей фигуры, пасту нужно кушать только в обед. А-а-а. Да, то есть все. Я поняла. Так что вот только ты положишь свой Я не же поправиться. Да, конечно, да. Я на нас прекрасная и стройная. Так же и ты. Поэтому вы, ребята, можете пасту, спагетти, все-все-все кушать. Круглосуточно. Я держу ее в форме, потому что у нас кулинарная рубрика каждую пятницу. Люди приходят, такие вкусности готовят, что только реклама. Вот эта милая девочка, это Золушка, превращается в монстра. Красавица и чудовище. Просто кухне подходи! Весь холдинг трещит. Надо нарезать. Да, я сейчас буду нарезать. Что касаемо помидор. Помидоры у нас должны быть обязательно без шкурки, тогда не будет у нас кислым соус. То есть основа, конечно же, в каждой пасте это соус, который должен быть приготовлен очень правильно, с любовью, навешать туда всего, и получится, как всегда, вкусно. Вообще, пасту готовить я очень люблю, потому что ее можно приготовить абсолютно из всего, что вот у меня есть в холодильнике, я ее быстро готовлю. Самое для меня простое – это приготовить пасту.
пришла куча, куча гостей, ну, естественно, на обед, то мы, конечно же, делаем пасту. Паста, но, да? Зато какая, между прочим, паста, всем пастам паста. А да. Что еще, чем любите домашних побаловать? Там пельмешки полепить, может быть? Ну, или... какие пельмени, когда... Нет. Нет, на пельмени у меня абсолютно не хватает времени. Мало того, я люблю еду всю полезную, которая готовится быстро. Пельмени – это долго, и это... Мясо, фарш не люблю. Зато тимбилдинг взяли своим дольче, все в перья взяли и та-та-та-та-та-та-та, пошла! Хорошая идея. Или наказание такое. Хорошая идея. Кто сегодня не попал в строй? У кого перо опустилось не туда? Пошла пить. У кого перо опустилось в кастрюлю, да? У нас, кстати, с дольче, когда корпоратив, так как все девочки все кушают мало, и такие все у нас принцессы королевичные. Поэтому у нас, как правило, едим мало. А разговариваем много. Правильно. Так, моя сковорода уже раскаленная. Раскаленная, поэтому, да, поэтому надо сейчас... Ой! Антон, может, ты поможешь? У нас есть нож второй. Я сейчас быстренько... Я просто боюсь обешкуривания пройдет. Так, добавляем немного оливкового масла, да. Буквально совсем чуть-чуть. Оливковое. Дальше берем чеснок. Чеснок предварительно лучше немножко так надавить, чтобы у него больше пошел сок. И... А сыр надо натереть. Нет, нет, сыр пока не надо натереть. Так, чеснок наш начинает жариться. Да, у жарится. Нас получается масло, оно напитывается, да, таким привкусом чесночка? Да, вообще, то есть чеснок нам нужно будет потом обязательно не забыть его убрать. Убрать, да. Да, вот, но чеснок у нас добавляется для аромата, чтобы все получилось ароматно, вкусно. Для этого мы добавляем именно чеснок. Так, спагетти уже аль денте. Ну еще, давай еще минутку дадим. Да. Как быстро у нас аль денте, когда у нас даже еще соус не готов. Нет, давай, пусть он еще поварится, мы сейчас соус сделаем. Что-то они, это, да, что-то мы заговорились, а про пасту-то и забыли. Ой, про соус. Так, Татьяна, помимо итальянской кухни, итальянские песни, итальянские фильмы... Итальянские мужчины! Господи, боже, что? Подарили сегодня ребенку букет тюльпанов. И все. Обозбудякалась вся, посмотрите. Да-да-да. Италия, обожаю Италию, это считаю своим вторым домом. У меня был период, я жила в Италии 4 года. Ну, это было, правда, давно уже, 10 лет назад. Но в Италию, естественно, езжу каждый год по работе, так как работа и все такое, поэтому... Чеснок я убираю, извините, перебиваю. Не-не-не, пока мы его еще оставляем, мы его также с помидорами еще... Так, сейчас опускаем помидоры. Да, сейчас добавим помидоры. Вообще, помидор желательно добавлять больше. Так, мы сегодня добавим больше, да, помидоры? Ну, у нас будет паста на одну персону. Давайте еще половиночку. Давай. Как раз она у нас... зачем нам маленькие помидорчики черри? Маленькие помидорки черри, мы... То есть черри, шкурку у них снимать не нужно, так как они сами по себе сладкие. И черри у нас добавляются вообще в самом конце, за 2 минуты до готовности непосредственно соуса, перед тем, как мы будем добавлять спагетти. Так. Вот. Вот. Итак, сливаем ли мы сейчас уже нашу аль денту? Нет, нет, пока не сливаем. Нет, так, пока еще не сливаем. Ну вот, как-то так. А у вас какое отношение к Италии? Вы что любите итальянского? Я итальянская. А что положит, то и люблю. Здорово. Девочки, это же так хорошо, когда мужчина что положит, то ем. Конечно. Это вообще, это очень здорово. Татьянка уже полгода, от звонка до звонка. Ничем не угощает, да? Что ты мне булочками балуешь иногда? Котлетки делает. То есть ты и пельмени? Да. А она тебе булочки. Пойдем, говорит, обедать, я котлеты принесла. Я говорю, хорошо, сейчас мне только надо позвонить, там насчет включения договориться. Прихожу, а уже пол котлетки. Отвернулся, а нет котлеток. А уже нет котлеток. А вот булочка, Антон, да. И добавим буквально 2. Сейчас мы добавим базилик, дальше 3. Обожаю базилик. Ой, надеюсь, запах тоже. У него вообще невероятный. Да. Так, я, сейчас кстати, когда немножечко... вот была в Италии, я пиццу просто безумно обожала. Сестра мне по пасте прибивается, а я больше пиццеед. Она тоже там нереально вкусная. Все? Все? А мы солили? Не-не-не, не все, мы солили. Да, вроде бы. Ян, ты солила? Ты же была. Нет, я не солила. Извините. Нет, мы вообще не солили. Очень важно солить. Причем у нас прямой эфир, да, дорогие телезрители. А у нас есть соли побольше? А мы можем открыть просто ее. Вот, то есть спагетти обязательно нужно солить при... варки. И прям побольше соли. Угу. Так. Что еще мы сейчас сюда добавляем? Так, сейчас мы сюда добавляем томатный соус.
Сюда? Я зачем залезла? Давайте, говорите, что нам делать. Так, томатный соус. Так, так, берем томатный соус и добавляем его в наши помидоры. Давайте вот так. Запах у нас просто невероятный. Весенний. Чесночно-базиликовый. Да. Очень вкусно. Так говоришь, как будто там мы петрушку положили и мук. Почему? Так знаешь, базилик, веточек, да, базилик такой аромат, это... причем это базилик очень полезный. Очень полезный. Так, я все перемешала. Угу. И мы туда можем уже отправить наши макароны. Да? Сейчас буквально еще минуточку, и будем уже отправлять туда макароны. А пока я порежу помидоры черри. Таня, нету времени, уже хочется попробовать быстрее. Да, все. Все сливать? Аккуратно, так, пожалуйста, да, сливай, но на меня из себя не слей. Так, она не упадет? Таня, подвинь чуть-чуть сюда. Давай. Угу. Только не на руки, только не на руки. Та-та-та-ра-та-та-та-ра-та-та-та-та. А потом сковородку это все? Да. Потом это нужно добавлять в сковородку, чтобы спагетти... Пока она не видит. Все, мы все сделали. Ну вот видите, какие вы, ребята, молодцы. Пожалуйста. Молодцы. Сейчас я его вытащу. Вообще, на самом деле, всегда получается очень вкусно, когда готовит целая команда. Да. Это... Опс. Это всегда... Перемешиваю все? Да, перемешиваем. Я помогу? Да, конечно, помогайте. Я пока выключу печку. Да, выключаем здесь и здесь мы все это выключаем. Это у нас, дорогие телезрители, эфирное время. Так вы можете подольше попарить наш соус, потомить пасту нашу. Это нам нужно убрать. Это тоже нам нужно убрать. И сыром, да, можно посыпать? Да. Сейчас мы с вами давайте все это дело переложим. Перекладываем на тарелку. Мы возьмем ложку побольше. Да, нам буквально на одну порцию сейчас так. Оп. Ну да, здесь у нас получилось такие две порции. Татьяна, теперь у вас в этом в резюме есть рекордное время по приготовлению пасты. Нет, на самом деле паста, она готовится очень быстро. Поэтому... Так, Антон, сыр готов? Да. Давай. Антон, стоп. Сыр, давай я сделаю. Смотри, сыр трется на мелкой терке. Господи. Пармезан трется только на мелкой терочке. Ну, у нас такое итало-сибирская паста. Итало. И вот так вот. Ой, хоп-хоп. И наша паста готова. Можно, пожалуйста, я очень попробую. Конечно. Яна пока пробует пасту. Я надеюсь, там стулья, у нас все получилось. А запах, причем еще пармезан добавился. А ты кушай пармезан. Да. Татьяна Кольман сегодня делилась своими итальянскими изысками, воспоминаниями, накормила голодную Яну Басос. Спасибо большое. Ждем еще.